В Талдыкургане в рамках экологической акции «Таза Казахстан» также убрали территории вокруг памятников. В акции приняли участие студенты Жетысусского университета имени Ильяса Жансугурова. В этом году 130 лет со дня рождения поэта и писателя, поэтому студенты прочли его произведения и рассказали о ярких моментах жизни. Акция «Таза Казахстан» продолжилась уборкой территории вокруг памятников Шохану Валиханову, Абылхану Костееву, Мухамеджану Тынышбаеву. Киэлэ Мекин – это акция, которая нужна для народа. Будет большой юбилей, который посвящен величайшему поэту, писателю. Мы сейчас готовим книгу Ильяса Жансугурова по творчеству, по исследованию Ильяса Жансугурова. Будет выпущено около 4 трудов, которые не были ранее изданы.